Мы в Эксе на рождественской ярмарке. Сейчас будем покупать горячее вино. Это вроде как глинтвейн. Вот оно бывает красное и белое. Прям. Bonjour, je vais prendre un vin rouge moyen, s'il vous plaît. Et un brésil. Вот, купила себе пропитание красного вина горячего и брецель. Это эльзасский бублик такой. К Эльзасу мы никакого отношения не имеем, потому что мы на юге Франции. Но Рождество, оно как-то ассоциируется вот с этими немецкими ярмарками, с таким вот стилем, поэтому продают брецель. Вот такие вот бублики, которых отродясь в Провансе не было. А вот это лепешки местные, провансальские, сладкие. Пшеничная мука с апельсиновыми и лимонными корочками. И с оливковым маслом. А вот там вот туго. Такие достаточно твердые, тянущиеся сладкие.